Красноярский клуб «Тотем» едет на чемпионат мира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Он откроется в Варшаве 13 июля. Сейчас юные футболисты на тренировочных сборах в Москве. Но для них организовали большую культурную программу. Ребята уже побывали в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве России. На экскурсии были и другие воспитанники детского дома. Для них это поощрительная поездка за успехи в учебе и спорте. После осмотра кабинета губернатора Красноярского края дети встретились с депутатом Госдумы от нашего региона Виктором Зубаревым. Он пожелал им успехов на чемпионате мира, а футболисты подарили ему альбом с фотографиями своего клуба. Ну а потом ребята посетили московский планетарий. В ближайшие дни в столице игроков также ждет товарищеский матч с членами Совета Федерации и Общественной палаты России. Экскурсия на базу клуба «Спартак» и, конечно, тренировки. Кстати, на турнир в Польшу воспитанники «Тотема» едут в статусе действующего чемпиона мира. Приехали мы сюда, подготовка к чемпионату мира. Приехали за 6 дней пораньше, для того, чтобы дети прошли адаптацию. Потому что разница между Красноярском и Польшей очень большая. Дети здесь проходят тренировочный процесс. Настрой у нас, конечно, хороший, боевой. Дети готовы к полной победе. Но, знаете, как бы как звезды лягут. Все-таки 30 стран принимают участие. Мы вот сейчас в Москве тренируемся 2 раза в день, с утра и вечером. Как бы надо сейчас тренироваться, чтобы выиграть Варшаву, Польшу, чемпионат мира. Надо быть с бойцовским настроем. Всегда выходишь на игру, нельзя волноваться, надо как бы спокойно играть. И чтобы психически не поплыть, как бы надо слушать тренера, как, что он задает, куда идти, что как делать.